Давай, давай, Паша, Паша, тащи, тащи подарок. Эй, они тоже украли. Они тоже украли наш подарок. И куда понес? Тише, тише. Да, я пошел. Я пошел за подарочками. Я пошел за подарочками. Давай, подарок у меня, подарок у меня. Забрасывай. Да. Всем привет, ребятки! Вы на канале Cool Games, и сегодня, прямо сейчас, вышло новое крутое обновление в Brawl Stars. Здесь добавился новый режим кража подарков, который мы сегодня и протестируем. Также изменился немного интерфейс и добавились новогодние скины. Смотрите, это просто крутейшие скинчики, которые сегодня мы с вами и разыграем. Итак, ребята, условия конкурса такие. Первые 3 победителя будут на ютубе. Для этого нужно будет поставить лайк этому видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик и открыть доступ к своим подпискам, чтобы я мог проверить, подписаны ли вы на меня. И желательно оставьте в комментариях ссылку на вашу соцсеть, чтобы можно было быстро с вами связаться. И будет еще 3 победителя, они будут в Инстаграме. Ссылочка на Инстаграм будет, конечно же, в описании и в комментариях. И там, под последним постом, нужно написать просто любой комментарий и поставить лайк. Все, ребят, 6 победителей будут. И, наверное, результаты будут где-то через 3 или 5 дней. И вообще, я думаю, каждых 3-5 дней разыгрывать эти скины, пока они будут доступны в магазине. Поэтому, ребятки, обязательно участвуйте. Я вам желаю всем удачи. Ну, а мы сейчас с Пашей, Пашок, будем испытывать новый режим. Ну что ж, давайте приглашаем. Так, давай. Есть, Пашок на месте, и он берет Спайка. Но я попробую за Биби поиграть. Что за подарок он мне показывает? А, это режим так показывается? Выбрать событие, да? О, прикольно. Ну что, погнали? Давайте посмотрим, что это за новенький режим, ребята. Фух, первый раз буду играть, я даже не видел. Во-во-во, мы на корабле. Это же пиратское обновление, новогоднее пиратское обновление. Что это? Это мой подарок. Хватай подарки команды противника. Хорошо. О-о-о, так. Я... Иди сюда. Эмс, да? Это... Тише-тише-тише. А что, чем? Что шипит вообще такое? А, это Эмс такой... Я не подпущу, я не подпущу. Тише-тише-тише. Я не дам вам... Иди сюда. Давай сзади зайдем. Так, они взяли подарок? Тише. А я пойду, а что я жду? Они здесь все. Пойду-ка я за подарком, точняк. Чё-то я... Валим. А как он... А, я не могу бить. Я понял. Когда подарок у меня в руках, я не могу бить. Ничего себе. Вот это жесть. Давайте. Паша тащит подарок. Да, красава. Так-так, иди. Ушел отсюда. Ушел отсюда. Жвачка пошла. Есть. Вот это я понимаю, пузыречек. Так-так-так. О-о-о, мне хана. Нет. Фу, как я удрал. Не совсем, наверное, удрал. Как вы думаете? Да, газом меня. Эмс, да? Так, ладно, ладно. Пока что мы выиграем. Нам нужно 2 подарка притащить, да? Ну что, иди сюда. Ух ты, какой газ у нее. Так, 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 нет. Иди сюда, иди сюда. А теперь отдохни. Я специально взял Биби, чтобы она могла откидывать их. Врагу. Я буду защищать наши подарочки, никому не отдам. Классный режим, кстати, ребята. Прожимайте лайк. Ну, я думаю, вы уже давно все прожали лайки. Ведь все хотят выиграть новые скинчики. Так, иди сюда. Эй, иди сюда. Птичка, птичка. Тише, тише. О-о-о. Бай-бай. Сейчас будет. Появляемся, появляемся. Они нападают. Паша сражается как может. Я появляюсь. Ушел, ушел. Жвачечка пошла. Пузырь мой. На, всех побью. И тебя еще добью. А как он? Он бросил далеко так подарок? А так можно? Так можно было? Так, ладно. Давай, давай. Давай, давай, давай. 1-0. Я иду на помощь. Еще какой-то подарок кто-то тащит. Опа, а кто там включил невидимку или что это было? Нет, они тоже затащили подарок. Нет, нет, нет. Иди сюда. Ушел. Отдохни, чувак. Так, так. Ох.
А что это такое? Дополнительное время, 1-1 счет, смотрите, все убралось! Когда я появлюсь тут? Давай, Паша. Паша здесь защищает Дефа от подарочки. Иди отсюда, прилетел ты! Давай, пузыречек! Что они делают? Это Эмзи, да? Эмзи делает такие. Ульта у нее такая. Я просто первый раз с ней встретился. Давай, 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 за подарком, за подарочком. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, с дробашами. Иди сюда. Дэрил, да? Ушел. Воу, прокатились. 1-1, время. Время идет, время идет. Я не знаю, ничья здесь бывает. Куда ты? Куда идешь? Бьем, бьем. Бьем, бьем. Бьем, бьем. Пузырь. Ну, туда немножко пустил. Ладно. Фу-фу-фу. Время заканчивается. Это, походу, будет ничья. Но для начала очень неплохо ушла отсюда, Эмзик. Нет, нет, попугай этот взял. Куда ты понес? Отстой. Бой окончен. Это ничья, да? Паша, звездный игрок, ничья. Ну, мне понравилось, это прикольно. Это очень прикольно, ребятки. Выйти. О, класс. Так, я сейчас возьму. А кого я возьму? Давай попробую Джесси взять. Седьмая у меня сила у нее хотя бы. Погнали. О, Паша тоже есть. Нормально, нормально. О, можно было взять еще одного чувака. Сейчас я кину приглас. У меня в друзьях есть еще один. Так, погнали. Так, здесь нужно по-другому уже играть. Джесси, Джесси давно не играл за нее. Эй, ты взрыв... О, смотри, уже новый скинчик, ребята, который вы можете выиграть. Иди сюда. Так, 0-0. Все нормально. Подарок нашему где валяется почему-то. А, время проходит, он сейчас на центре появится, да? Да, класс. Ладно, все. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Иди куда, куда, давай. Давай! Ну же! Давай! Нет! Нет, нет, нет! Сражаемся! Паша, помоги! Нет! Они вроде... Да! Затащили подарок! Ладно, 0-1 счет. Ничего, ничего, мы можем еще отыграться. Я, правда, как нубас играю, ребят, не обращайте внимания. Так, 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 иди сюда. Где-то здесь будешь, да? Взрывчаточка. Классная взрывчатка! С этим скином. Так, так. Ага, я видел все. Где-то здесь сидит. Так, еще пушечку поставили. Погнали. Нам нужно тащить как-то. Иди отсюда. Гитарист, так. Давай-давай, помогай мне, пушечка. Хо-хо, привет, чувак. На, отдохни. Yes! Но все равно 0-1. Нужно как-то забирать подарки. Нужно не думать не только, как защищать свой подарок, а думать еще о том, как забирать. Подожди, кто-то тащит подарок наш. Давай, давай, Паша, Паша, тащи, тащи подарок. Эй, они тоже украли. Они тоже украли наш подарок. И куда понес? Что такое? Что? Мы проиграли? Нет! А как они успели затащить? Да, ребят, я, конечно, пока что нубас в этом режиме. Да и вообще я обычно нубас в последнее время. Потому что я не играю в Brawl Stars давно. Но режим реально крутой, мне нравится, и мне хочется учиться играть хорошо. Поэтому, так, давайте мы выберем бойца другого. Я не знаю, кого взять. О, давай Тару возьмем, попробуем. Погнали. Что это можно писать? Смотри, он пишет. Так, так, Паша. О, давай, чувака. Нет, какие-то у меня еще есть чуваки тут. Вот, пригласить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опачки. Нормально, готово, погнали. А как писать чат? Где тут чат? А, вот чат, прикольно. Прикольненько. Ну что, теперь мы будем тащить, я думаю. Теперь мы будем тащить. Погнали! Я думаю, подписчики будут тут точно тащить. Ну, а я буду помогать стараться тоже как-нибудь. Ушел, так, так. Эй, ты на маскарад пришел или куда? Скажи мне. О, ничего, ничего, он такой сильный. Эль Примо очень сильный. Да, жесть.
Они сейчас затащат подарок. Конечно. Эльприма вообще куда силач. Смотри. Эй! Ушли отсюда. Да ладно, они как будто профессионалы в эту игру. Смотри, как быстро. Разве такое реально? Ушел. Подожди, как они перекидывают подарки? Я не понял. Ладно, мы опять проиграли. Ну, конечно же, мы проиграли. Нет, ну какой футбол? Погнали, погнали, новый режим нужно тестировать. Или футбол тоже новый? Нет, мы сегодня играем только в это. Так, Леон тоже здесь против нас есть. Let's play. Так, тише, тише, тише. Подходим поближе. Давай по кустам. О, Леон волк? Нормально. Так, мне плоховато. Нужно украсть, нужно украсть. Нужно всех пропустить, наверное, и украсть. Тише, тише. Да, я пошел. Я пошел за подарочками. Я пошел за подарочками. Тише, тише. Я могу бросать подарок. Все, я понял, как они это делают. Давай, подарок у меня, подарок у меня. Забрасывай. Да. Хо-хо-хо-хо. Есть. Так, хорошо. Хорошо, караулим, нужно караулить. Так, вампирчик идет. Ладно, погнали за подарком. Погнали за подарком. Куда? Ой, промазал. Так, подожди, ладно. Подарки на месте, на месте. Заряжаем биту и... На! Ушел вампирчик. Ох, выпустил летучих мышей. Ух. Так, так, так. Восстанавливаем здоровье. И я пошел опять... Эй! Да я промазал! Как так можно? Как так можно? Есть пузырь. Так, хилимся. Мы не отдадим свои подарки никому. Так, вампир. Куда убежал? Он быстро передвигается? Куда? Иди ты отдохни. Это наш подарок. Куда? Давай, давай, давай. Куда? Есть, есть! Да, ребята, это победа! Вавка, да? Вавка вроде бы. Занес еще один подарочек. Отлично, отличненько. Ну что, играть снова нажимаем или выходим? А, выходим, понял. Отличная игра. О, получилось. Ну что, гоу. Давай еще боечек, еще на победку на одну. Давайте, нам нужна еще одна победа. Кто-то взял Дэрила, да? Да, хорошо. Посмотрим, что из этого получится. И не нужно по мне стрелять. Крадемся. Эй, что ты быстро ходишь? Я тебя не могу догнать. Вот это он забросил. О, это вампир такой, как и я. Ну, Басик, походу. Так, что она делает? Что за ульта? Мне чуть хана не случилось. Так, ладно. Вампир, отойди, погуляй. Так, все это хорошо, но нужно забирать еще и подарочки. Так. Откинули. Они прячутся, они в кустах сидят. Я буду здесь, на их территории. Ну что, что, я видел, там еще один сидит. Вот он, негодяй. Да ушел. А вот так не хочешь? Так, подарок кто-то тащит. Кто-то тащит подарок? Нет, нормально. 0-0. Давай в кусты, прячемся. Я хочу забрать этот подарок. Я хочу забрать себе этот подарочек. Пробираемся, пробираемся. По-любому кто-то в кустах будет. Ах ты! Заметил, ушел отсюда! Так, так, Дэрил появился. Я в кустах, я жду этот подарок. Ребята, они все втроем там сидят. Тише, тише. Залетаем, давай, метелим.
ударил этого. Ушел, давай, да, да. Да, да, да. Есть, ребята, подарок у нас. Закидываем, красавцы, просто красавцы. Ну что, осталось еще один подарок украсть. Да. Так. Эй, не ходи за мной. А то дубиной перегрею. О-о-о, как-то быстро меня прибили. Подарок! Они схватили подарок! Быстро, быстро, быстро за ними. О, где они там? Нет, нет, один-один. Ладно. Мне нужно опять красть туда. Так, Дэрил пошел. Ладно, я подожду здесь. Пушка стоит. Ничья. Все, все пропало. О-ху-ху. Я открылся, конечно же. Дэрил, отдохни. Ушел. Выпускаем пузырь. О, хорошо. Они, конечно, очень сильные. У них там у многих по десятой силе. Ну ладно. Тише, 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 тише. Что он там? А что у него за штука? Ушел отсюда. Мне не нужна ничья. Давай. Выпускаем пузырь. Вот это битва, вот это битва. Нет, меня загасили. Пушка дефает. Я появляюсь. Вампирчик, ты не пройдешь. И ты тоже. Иди сюда. Ух ты, а что с ним? Что за штуки у него появлялись? Все, ничья, ребят. Это ничья. Смотрите, десятая, десятая. У меня четвертая сила всего лишь. Ну, тоже неплохо. Так, кого же мне взять? Я не знаю, нам нужна победа. И для победы возьму-ка я, наверное, розу. Давай, все, погнали. На победку, на победку. Отлично. Не знаю, буду танковать как-нибудь. Роза и 100 лет не играл. Нужно все вспомнить. Хотя я вообще никем здесь особо не играю. Понеслась. Так, Роза. Средняя, меньше средняя дистанция. Стоим здесь. Ушли отсюда. Малыши, так. Вампир. Иди сюда, иди сюда. Мне нужно тебя добить. Ладно, не хочешь, как хочешь. Отлично. Так, нужен подарок. Нужен подарочек. О, так, здесь наши, здесь наши. Берем подарок и забрасываем. Да, я пожертвовал собой, но перебросил этот подарок через забор. Там мясо настоящее творится. Куда вы идете? Иди сюда. Так, ладно. Дефаем, дефаем. Ушел. Так, 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 так. Справимся с Биби. Подарок, подарок. Подарочек! Подарочек у меня! Да, да! Есть, ребята! Ху-ху! Еще один подарок. Я занес за сегодня. Всего лишь второй. Ладно, ничего. Так, теперь осталось победить. Мне, кстати, Роза нравится здесь. Вампир, отдохнешь? По дружбе так. Включаем защиту тогда. Так, Биби, тоже отдыхай. Вот, за Розу буду играть здесь, точно. Нормальненько так. Это для тех, кто не умеет играть, можно играть за Розу. Здесь большого ума не надо. Так, давай, 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 давай. Просто жмешь кнопочки всякие и все. Иди сюда, иди сюда. Защита, защита. Ах, не, не помогла мне защита. Так, я должен стоять в центре и просто отбиваться. 30 секунд. А, мы, кстати, победим, если время выйдет. Отлично, тоже. Так. Эй, это... Эй, волчок! Крутящийся. Ушел. Так. Спиннер. Ну что, дефаемся. Биби, не надо так делать. Я тебя не просил меня бить битой. Отлично. Ну что, еще бы подарочек, но мы и так побеждаем.
Вампир, отдыхаешь? Конечно, в кустиках стоишь, потому что... Безнадежно вам уже. Есть! Отлично! Ладно, ребят, я думаю, на этом можно на сегодня закончить. Вот такой вот крутейший режим, который говорит мне, что давай-ка ты, Паша, начинай играть почаще в Brawl Stars и побольше делай розыгрыши. Ну что ж, ребят, может, я так и буду делать, но на сегодня мы с вами на этом заканчиваем. Участвуйте в конкурсе. Всем желаю удачи, до новых встреч и пока-пока!